Почему никто, кроме журналистов, не требует резонансного расследования жуткой смерти ребенка от побоев? Как эта трагедия вышла на федеральный уровень? И накажут ли тех, кто проявил безразличие и виновен косвенно? На эти и другие вопросы ответит собственный корреспондент федерального информагентства «Интерфакс» Татьяна Никитина. Сегодня она придет в студию программы «Прямая речь». Мы ждем звонков от вас, уважаемые телезрители. Телефон студии 54 30 30.